Добрый день. Немножечко пропустил я пару дней, не выставлял фото, не выставлял видео. Вот. Народ у нас приходит, народ потихонечку одевается на осень, на зиму. Вот, так что некогда даже видеоролики снимать. Но все же приглашаю вас на примерочку шубок. Посмотрите, какая у нас красота. Посмотрите, какие сказки висят. Вот. Норочка шикарная, бархатная, велюровая, английский воротничок. Вот все, как вы любите, посмотрите. Английский воротник, плечи реглан, просто прелесть. Вот такую шубку прям одно удовольствие в руки брать, щупать ее, одевать, тем более носить. Кому-то повезет, обязательно приходите. Размер сразу скажу вам. Размер 44. По ценнику посчитаем, померим. Такая же есть блэшечки, посмотрите. Роскошная шуба, черный цвет. Черненький бриллиантик. Норочка просто потрясающая. Красавица. Вот такая, английский воротник. Наверное, видно, не видно, посмотрите. Вот, красота. Вот такая вот есть красавица. Тоже английский воротник. Цвет махагон, натуральный. Поясочек идет здесь, проходит, посмотрите. Вот, куница, мех просто бархатный, норочка хорошая, вот черненькая, английский воротничок. Прям не шубки, сказки. Вот такая красота, посмотрите, есть синенький цвет, норочка тоже, посмотрите, какая хорошая. Гладенькая, хорошая, мягенькая. Плечики, посмотрите, шикарненький регланчик, видите, вот. Капюшон, фасончик баллончиком, такой интересный. Вот, вот они, 50. 50 размер, 44, 46. Фасоны разные, размерчики разные. Приходите, время бежит незаметно. Время бежит, на улице холодает. Сейчас будет резко холодно, прохлада. И кому-то, кто-то успеет купить шубку, кто-то не успеет. Кто-то без шубки может остаться. Вот, так что приходите, пока не так активно выбирают, смотрят. Подбирайте для себя, зима впереди. Приглашаю вас в эту субботу и воскресенье по времени. С 12 до 16. С 12 до 16. Все, пока.